подозреваемого в незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции задержали в Вологде, как сообщают МВД. В дежурную часть неоднократно поступали сообщения от жителей областной столицы о незаконной продаже алкогольной продукции в одном из домов на улице Ленинградской. По каждому сообщению сотрудники полиции собирали все необходимые материалы и направляли в суд. По решению суда нарушителям был наложен административный штраф. В выходные во время контрольной закупки была задержана 45-летняя женщина. Факт незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции был задокументирован. Во время обыска в квартире сотрудники полиции изъяли 50 единиц алкоголя, который был приготовлен для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо год исправительных работ. Дачный дом горел в деревне Галинская Череповецкого района. На момент прибытия к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло загорание дачного деревянного рубленого одноэтажного дома. Размер строения 6 на 8 метров. Площадь пожара составила 68 квадратных метров. Огнем полностью уничтожен дачный дом. Повреждена кровля на бане по всей площади, а также внутренняя отделка стен на площади 10 квадратных метров. Сумма ущерба оценена в 1 миллион рублей. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Лоси в городе. Череповчане заметили сахатых на улице Рыбинской. Они прогуливались по пешеходной дорожке. Сотрудники спецслужб напоминают, при встрече с этими животными не надо делать резких движений, фотографировать. Лось может напасть.